все эти пробы взяты, проанализированы. Завтра у нас на областном уровне состоится областная комиссия техногенно-экологичной безопасности и чрезвычайных ситуаций. И мы будем принимать дальнейшие решения. Предварительно уже мероприятия проводятся. Есть такие предположения, что это может быть какие-то сбросы с предприятия, которые находятся выше по реке Хомора, которая в свою очередь попадает в случай, в частности, в Хмельницкой области. Там есть картонно-бумажный комбинат.